Рождество отмечали, конечно, абсолютно все. Праздновали, правда, по-разному, в зависимости от достатка. Но ходили в храм, потом разговлялись и, конечно, радовались подаркам, купленным на рождественской ярмарке. В деревнях обычай наряжать елку был распространен меньше, чем в городе. Вот еще глупости, бестолку рубить дерево в лесу. Другое дело – поехать к Рождеству на ярмарку с отцом и получить игрушку в подарок. В храм на службу ходили наравне со взрослыми, загодя готовили рождественскую звезду, мастерили вертеп, ходили с друзьями к соседям славить Христа. Праздники – самое счастливое, самое радостное время. Взрослые ожидали, дети. Но взрослые – это особая категория. Они хотели просто отдохнуть. Когда отдохнули, энергия восстановилась, можно уже было как-то повеселиться, сделать вкусные угощения, избу сделать уютной, чистой. А дети – это всегда игры, это всегда подготовка к празднику. И, конечно же, накануне учили всевозможные песенки. Вот называются песенки, колядки, словилки. Они бывают маленькие, бывают длинные. Они знали, что это потребуется потом. Они даже знали, до чего, насколько богатый традициями светлый праздник Рождества, что сердце переполняется в этот праздник, хочется нести его дальше. И после того, как самое основное событие в Рождество, оно проходит в церкви, в православной, крестный ход, ночное небо, звезды, Сочиво, все эти традиции Рождества, и после этого разговление, то есть можно уже пожирнее, повкуснее покушать и нести вот этот свет, нести эту радость тем деткам, тем людям, которые тоже переживают. Потому что когда ты поделишься с кем-то своей радостью, кажется, что ее стало в два раза больше, что человек тоже осознанно к этому подходит. Ему это очень приятно, радостно. Ну и ходили по домам, стучали, должны были открыть двери все. Это было обязательно. Щедрость нужно было проявлять, нужно было воспитывать. А за те колядки просим шоколадки. Поэтому деткам давали и шоколадки, и даже монетки, и угощения, и блинчики, и пирожки. И вечером детки собирались в горницу, продолжали учить какие-то новые песенки, угощались, делали большой праздничный стол, ставили самовар. Самовар тоже предмет достаточно богатый в интерьере, даже городского интерьера. Но можно предположить, что коломенские крестьяне жили достаточно богатые. В интерьере коломенского дома можно увидеть черты городской культуры и достаточно богатые вещи, которые не всегда могли себе позволить простые люди, например. И угощались, продолжали большое празднество и ходили дальше по домам славить Христа. Словильщики, колядовщики. Вот. И очень много таких песенок, словилок. Дело в том, что я тоже говорю это не понаслышке. В свое время, лет, может быть, даже 15 назад, я тоже ходила с маленькими девчонками, мальчишками, которые одевали русские народные костюмы, сарафаны, рубашки, косоворотки. Учили слова с трещотками, с погремушками, с игрушками всевозможными. Мы также выступали, славили, и столько было эмоций, вот прошло сколько времени, а оно вот до сих пор вот греет. И поэтому, рассказывая сейчас детям в нашей крестьянской избе, я это рассказываю с особым чувством, потому что все это, ну, как пережито, все это прочувствовано, все это понятно и близко. На небе зорька ясно засияла, и людям светом сияет. Время спасения нам указало, Бога Мария рождает. Чтоб землю с небом в одно случить, Христос рождается, славите. Главный праздник зимы – Рождество. В народе праздничное время почиталось, к нему готовились, торжество сопровождалось народными обрядами. Зажиточные крестьяне села Коломенского, в чьем доме мы увидели приметы Рождества, поддерживали традиции русской культуры, воспитывали детей в уважении к семейным и религиозным ценностям. Мы находимся в уютном крестьянском доме. Здесь создана уникальная атмосфера, которая царила в Коломенском, но не только в Коломенском, в любом крестьянском доме. Тепло, уютно, красиво. И, конечно, с большим удовольствием представляем вот такой выставочный проект «Рождество в Коломенском» в рамках наших интерактивных программ. «Рождество в Коломенском», «Зима за морозом», «Мужик за праздники». Мы имеем возможность увидеть вот такой теплый уголок Рождества. И действительно, немного игрушек, может быть, не так достаточно скромно. Если говорить о игрушках, нужно сказать, что действительно игрушек было очень мало. И оттого отношение к ним было очень бережное. Игрушки, как правило, имели лаконичные формы. Они были простые, может быть, не такие декоративные, нарядные, блестящие. Но это
было очень тепло и душевно, потому что по большей части игрушки изготавливались своими собственными руками. В этих руках тепло, любовь и желание познать этот мир, потому что игрушка отчасти это проекция детского мира на мир будущий, потому что игрушка, в ней соединяется и реальность, и фантазия, она будет воображение ребенка к жизни будущей, потому что он еще не знает, но уже имеет возможность попробовать, почувствовать, и начать понимать. Ну, это все соответственно с его возрастом, с его особенностями. И вот в этой милой витрине представлены как игрушки, ну, вот такой уголок. Уголок, крестьянский уголок. Мы тут видим маму, образ женщины в крестьянской одежде, маленькая рубашечка, вот представляем такого ребенка, самовар, потому что объединяла всегда семью, совместная трапеза, которая всегда была, может быть, более вкуснее, слаще, богаче, именно на праздники. Праздники всегда ждали и не случайно говорили, что зима за морозы, а мужик за праздники. Лето для старания, а зима для гуляния. Один летний день год кормит, что посеешь, то и пожнешь. Вот что ты посеял, то ты и пожал. И просто зимой была возможность отдохнуть, а летом такой возможности не было. Поскольку чем раньше встанешь, тем ты должен больше сделать. А весной сажаешь урожай или семечко, или зерно, или рассаду. Летом ухаживаешь, удобряешь, осенью обрабатываешь, перерабатываешь, когда отдыхать. Ну, потом праздников, соответственно, было меньше. А когда землю покрывал снег, ожидаем мы пушистого белого снега, очень его не хватает, то тогда уже можно вот жить в преддверии праздников. Если говорить о празднике Рождества, самый светлый, самый добрый.